Десятки килограммов мороженого и призы. Так угощали и развлекали детишек в день города Змеева 16 августа. Любителей сладенького и холодненького, да еще и в такую жару, собралось немало. Детский праздник на площади был организован силами Змеевского городского совета и одного из самых давних производителей мороженого «Хладопрома». Победители в конкурсах мороженым угощали бесплатно. А еще был подготовлен праздничный концерт, множество аттракционов и забав. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. У друзей нет выходных. Отлично и весело. А что бы пожелали? Раз, два. Чтоб два, Владика два, было побольше. Счастья, здоровья и удачи. Знаю, он добрый, веселый Владик. Да. Да, да. Очень вкусный. Хотелось бы пожелать, чтобы люди умели отдыхать, выходить почаще и отдыхать с семьей именно. Чтобы детишек своим уделяли, детишкам больше времени, радовали их. Спасибо большое организаторам праздника за мороженое, за праздник, за веселье. Лиза и ее партнер по танцам Богдан в школе Морозовых обучается уже 5 лет. Несмотря на то, что это танцевальная пара, победитель многих чемпионатов Украины, районных и городских конкурсов, каждый раз, выходя на сцену родного города, волнуется. Ведь перед своими земляками, где уже завоевали своих зрителей и почитателей, выступать очень ответственно. Нам было очень приятно танцевать на этой сцене, порадовать людей с освобождением, с 70-летием освобождения города Змеева. Нам было очень приятно порадовать наших ветеранов, даже гостей наших, змеевчан. И за всем жителям. Счастья, здоровья, и чтобы наш город расцветал. Скажите, ребят, нужно много усилий для того, чтобы так двигаться на сцене? Я думаю, главное – это радость внутренняя, то, что ты даришь другим людям. Главная цель – и идти к ней постоянно, каждым днем заниматься, часа по 3-4, и будет все хорошо. Сколько лет вы уже занимаетесь? 5. 5 лет, да. Вы в паре 5 лет уже, да? 4 года в паре. А вы же какие турниры покорили? Где были? Были в Бердянске, заняли 1-е место в Киеве, 2-е место заняли. У нас было очень приятно так поездить по Украине, в Запорожье, там много были, в Донецке, в Луганске. Лиз, к чему стремишься? Не знаю, это цель еще я не... Ты вообще планируешь свою будущую жизнь связать с танцами? Да, планирую. А вот и малыши из известного в районе танцевального коллектива «Ля Бомба». Их так много, и они такие забавные. Наблюдать, как они готовятся к своему выходу на сцене, интересно. А кто вы, расскажите? Танцевальный коллектив
Для бомба. Для бомба. Как вам праздник, ребят? Нормальный. Да. А ты уже давно танцуешь для бомбы? Да нет, только второй раз. Второй раз на большой сцене? Да. Тебе не страшно вот сейчас будешь танцевать? Желаю всем хорошего настроения и успеха. А я желаю, чтобы всегда у каждого было хорошее здоровье и счастье.